Добрый день. Приемная. Персона. Ничего про нас нету, колющие, режущие предметы. Ничего нету. Все, что при себе имеется, укладывайте, пожалуйста, рядом с вами. Все вы имеете? Все, что при себе имеется? Ну, трусы имеются, все. Можете трусы вот. Можете или вы обязуете? Вы сказали все. Так все или не все? Все предметы, которые при себе имеете, выкладывайте рядом с рамочкой. Я и говорю, какие все-то? Непонятно. Ваша формулировка непонятна. Вы уже крайний раз не хотели рамку. А, да, кстати, без рамки пойду. Ваше желание. Закон? Что мы вас знаем? Так, знаете, а что проверяешь тогда? Ладно. А. Все, пожалуйста. Не на процесс? Нет. Здрасте. Нету. У вас же есть паспорт? Нету, нет. А как вас пропустили? Вот поэтому. Но я не могу принимать документы без паспорта. Ну, я сейчас через 5 минут по почте их отправлю, вы их примете. Ну, понятно, да. Значит, вы лжете, что не можете принять? Начальник отдела мне разрешил отдать у вас, давайте. Так, сейчас уже перепуталось все. Там что? Отвод в суде номер 2. Угу. И штампики сфотографируй. Вы каждый раз мне не доверяете почему-то. Ну, у меня с памятью проблемы. Я должна каждый раз. Пожалуйста. Благодарствую. Все, благодарствую. До свидания.